Православные верующие отметили один из главных двунадесятых праздников. Он непереходящий и установлен во знаменовании обретения в Иерусалиме царицей Еленой в IV веке креста, на котором был распят Иисус Христос. Мать императора Константина, царица Елена, ревностно заботилась о распространении христианства. По просьбе своего сына она поехала в Иерусалим, чтобы разыскать крест, на котором был распят Иисус Христос. От одного очень старого еврея царица узнала, где находится эта святыня. Он был зарыт в землю под языческим храмом. Было найдено три креста. Никто не знал, на каком из них был распят Иисус. К кресту подвели больную женщину. Патриарх Макарий предложил женщине приложиться к крестам. У одного она получила выздоровление. Кресты приложили к умершему. У того, что выздоровела больная, покойник ожил. Так была найдена христианская святыня.